Продолжаем следить за развитием событий. И поступила новая информация о потерях врага с момента начала полномасштабного вторжения. Хотим с вами поделиться этими данными. Итак, 235-й день полномасштабной войны. За это время российские оккупационные войска личного состава потеряли 65 тысяч человек. Вот круглая сумма, приятно. Кроме того, в этом списке 2529 уничтоженных танков. 268 самолетов. Вертолетов 242 единицы были сбитыми ВСУ. Эффект линзы ощутили на себе 5193 боевые бронированные машины. Жест доброй воли совершили 186 единиц средств ПВО. 3959 единиц транспортных средств. Ракетных систем залпового огня 365 единиц. Также уничтожено 1589 артиллерийских систем. Отрицательное всплытие совершили 16 кораблей и катеров, среди которых крейсер «Москва». 1224 беспилотника отрицательно взлетели. И крылатых ракет 316 единиц уничтожены. Традиционно этот список занимает специальная техника 143 единицы, которой уничтожена. Слава Украине! Героям слава!